Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Потому что большинство стран мира находятся под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, стала противной, противостоящей. A sostegno della guerra di Putin c'è anche la Chiesa ortodossa russa. Поэтому сегодня особая молитва наша о вооруженных силах. Sabato il patriarca di Mosca Kirill ha dedicato un sermone all'esercito. Мы должны быть верны и готовности душу свою положить за други своя, как свидетельствует об этом Слово Божие. Dai pulpiti agli studi televisivi anche la propaganda assume una chiave religiosa. На Украину потянулись сатанисты, бывшие спецназовцы США, поклоняющиеся дьяволу. Nei talk show c'è chi parla persino di guerra santa, come il magnate Konstantin Malofiev, fondatore della TV ultraortodossa Tsargrad. Дело в том, что нацисты из Азова там и других этих формирований – это прямые сатанисты. Нам нужно давать себе отчет, что у нас на Украине сейчас идет священная война. Questo è un programma del suo canale in cui un arciprete sostiene che gli ucraini abbiano chiamato in aiuto per la guerra persino le streghe. Призыв был прозвучал такой Арестович небезызвестно к ведьмам, к какому-то чернокнижному сообществу Украины. La